Сегодня в Беларуси отмечают День экономиста. Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов с профессиональным праздником. Президент пожелал им крепкого здоровья, счастья, успехов и дальнейшего плодотворного труда на благо страны. Агентство по атомной энергии сегодня посещает БелАЭС. В экспертную группу входят специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии и США. Они проверяют работу системы физической защиты, а также доступ на объекты. Напомним, во время всех предыдущих визитов комиссия подтвердила высокий уровень безопасности станции. На ЦТ по белорусскому языку 100 баллов набрали 40 абитуриентов. Результаты уже доступны в личных кабинетах на сайте РИКС. Сдавать предмет планировали почти 18 тысяч человек. На экзамен не пришли 779. Напомним, испытания стартовали 16 июня и продлятся по 8 июля. Сегодня у ребят химия. В национальном аэропорту с июля будут выполнять только экспресс-ПЦР-тесты на COVID-19. Их можно пройти при наличии авиабилета и электронной регистрации. Запись на тестирование будет открываться ежедневно на один день вперед на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Стоимость исследования для резидентов Беларуси – 67 рублей 43 копейки. До главного музыкального события лета остается 2 недели. Дирекция Славянского базара запускает финальную акцию. Только сегодня при покупке билетов на все мероприятия в летнем амфитеатре предоставляется скидка 30%. Напомним, международный фестиваль искусств пройдет с 15 по 18 июля.